Это столкновение крупнейшего мафиозного клана в России, клана Кадырова, с другим крупнейшим мафиозным кланом, мафиозно-олигархическим кланом олигарха Керимова, за которым, или, скажем так, крышует, который, в общем-то, не больше, не меньше, как сам Владимир Владимирович Путин. Понимаете? То есть Кадыров здесь, по сути, пошел наперекор против Путина, против его интересов. Кавказское проклятие. Жизнь в России, в особенности политическая, зиждется на ряде, так сказать, скрепных мифов. Здесь сосуществуют легенды о добром царе и плохих боярах, и предания о внешних супостатах, стремящихся поработить русских людей. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Истории о Второй армии мира и прочее, и прочее. Среди них не последнее место занимает концепт многонационального государства, в котором бытует гармония между народами последней империи современности. Тем не менее, данный миф в последнее время стремительно разрушается, не в последнюю роль из-за амбиций и шкурных интересов хозяина Чечни Кадырова. Ассаламу алейкум. Приветствуем всех. В федеральном уровне с Кадыровым, безусловно, не без прямой указки от Путина, носится как списанной торбой. Не исключено, что Кремль на чеченском прототипе откатывает кейс реставрации монархии восточного типа. Иначе чем объяснить, что боевика и в прошлом головореза русских пацанов превратили в культовую личность прямо кавказского султана? Так и Путин, отправляющий сотни тысяч на убой, должен смотреться привлекательным тираном. Это не имеет ровным счетом никакого значения по сравнению с фундаментальными задачами, в решении которых заинтересована Россия. Надо выглядеть прилично. Зная падкость пехотинца на всякие побрякушки, Кадырова, так же, как и его сынка Адама, обвешали орденами, медалями, почетными званиями и учеными степенями, как пресловутых северокорейских генералов. Сынок Дон, почему у тебя такой грустный голос, Дон? Что, Дон? 5 дней прошло, а у тебя ни одной новой медальки, Дон? Подожди, а старыми ты уже наигрался, Дон? А, понятно. А сколько их у тебя уже, Дон? Всего 6? Согласен, вообще ни о чем. Он же, в свою очередь, принимает это как индульгенцию от всех своих преступлений, как прошлых, так и будущих. И в какой-то степени действует безошибочно. Вот такие дела. Хоздов, что буду. Взять, к примеру, из ряда вон выходящий эпизод с объявлением Кадыровым на всю Россию кровной мести сенатору от Дагестана Сулейману Керимову и депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Резвану Курбанову. В ходе встречи с силовиками глава Чечни обвинил уважаемых людей с Кавказа в стремлении его убить, заказав киллера за 100 миллионов долларов. Цифра не взята с потолка, а лишь намекает на чечено-дагестанскую битву за маркетплейс Wildberries, из-за которого враждующие кавказские группировки убивают людей под стенами Кремля. Человек, который своими руками строил бизнес, и этот бизнес, разрушая семью, забирает какие-то черти. Я за этим делом буду до конца идти. Эмоциональное решение Кадырова подобно взрыву бомбы возле склада пороховых бочек, ведь фактически запускает цепную реакцию, ведущую к боевым разборкам как на самом Северном Кавказе, так и между группами кавказцев во всех точках России. Там официально объявляю кровной местью Барагою Цию. Но слова словами, в верхах хотели все замять, забыть межнациональный выпад Кадырова, вот только не успели. Это противозаконно.
Это неправильно. Об этом красноречиво говорит пятничный инцидент с расстрелом неизвестными автомобиля с сотрудниками центра Э в Ингушетии. В итоге трое человек погибли. Авто нападавших нашли сожженным в соседней Северной Осетии. Вероятно, именно кадыровцы стоят за исполнением данной кровавой атаки. Уже на следующий день произошла ответка. В Грозном на АЗС взорвалась цистерна с топливом. Трагедия повлекла за собой гибель 4 человек. В том числе женщины с 2 детьми. Кадыров сразу же взял расследование ЧП под свой прямой контроль. Прямой намек на то, что за взрывом стоят его враги. Как бы там ни было, но колеса кровной мести завертелись по полной программе. Кадыровское проклятие в действии пролилась первая кровь, за которой последует самая настоящая межнациональная война. Дагестанцы, чеченцы, ингуши и осетины уже в нее втянулись. Все из-за банальной людской жадности одного оборзевшего персонажа и близорукости Москвы, вырастившей на Кавказе падишаха себе на беду. Нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное. Полный хаос и гражданская война. Так вот, эта сторона оказалась сильнее, и кадыровцев впервые за многие годы надавали в прямом смысле этого слова по зубам, и их посадили. Что будет дальше, это большой вопрос и интересная интрига. Отскочит ли Кадыров, получив по зубам и поняв, что здесь люди даже серьезнее его в этой ситуации задействованы? Или же будет пытаться продолжать захватывать вот эту кампанию? А насколько эта интересная интрига действительно может вбить клин между, ну, не то чтобы дружественными, но в разных понятиях тесных взаимоотношениях между Кадыровым и Путиным, раз тут коса находит на камень не только уже финансовая? Да, я думаю, что это действительно интересная ситуация. Путин может посчитать, что Кадыров начал хамить. Потому что было понятно, понимаете, я не то, что там крайне далек от всех этих людей и от этих ситуаций, да, но просто читаю элементарно СМИ, телеграм-каналы. Было понятно расклад уже давным-давно, что эту сделку, да, которую пытается отменить, по сути, Кадыров и кадыровцы, сорвать ее, да, ее одобрили на самом верху, ее одобрил лично Путин. И, естественно, Кадыров это не знать, не может. То есть, конечно, он это знает. Но, тем не менее, после того, как ему явно было сказано, чтобы он туда не лез, и это лично Путин, да, все одобрил, тем не менее он посылает своих бойцов, посылает на штурм офиса. То есть, фактически, посылает на рейдерский захват.